эта повесть о жизни очень сложной. Иван Степанович Конев, русский, из крестьян, родился в прошлом веке, в декабре 1897 года. Солдатскую шинель надел в 16 году. В начале века нынешнего мобилизовали на Первую мировую войну. В Красной армии с 18 года, большевиком стал в 18 году. Эти кинокадры из Гороховца. Маршал Конев инспектирует осенние маневры. 2 года, как закончилась Великая Отечественная. Его гвардейцы, Первый Украинский фронт, давно уж на гражданке, а он по-прежнему в строю. Маршалы в запас не уходят. В Гороховце ему любая складка местности знакома. Неудивительно, после окончания гражданской войны здесь продолжалась его военная служба. Комиссар бронепоезда, прошедшего с боями от Волги до Тихого океана, стал пехотным командиром. Вот фотоснимок 1926 года. Нижний Новгород. Командир полка Иван Конев среди боевых друзей. В том же 1926 году на другом конце Европы бранденбургские мастерицы вышивали шелком этот флаг, подарок Гитлеру. Под этими знаменами головореза фюрера начнут завоевание Европы. Пройдет 19 лет, и маршал Советского Союза Иван Степанович Конев, корпуса которого брали Берлин и освобождали Прагу, в июне 45-го в городе Дрездене будет отбирать на свое усмотрение из собранных на дорогах сражений знамен поверженного врага те, что станут реквизитом одного из самых гениальных действий 20 века. До этого пройдет ни много ни мало 19 долгих лет. А пока что набираются силы ума разума, читают Гайдара и Жюль Верна и играют в войну будущие новобранцы, с которыми Конев пройдет по Европе. Последних дней своих маршал Конев будет приезжать на дорогие ему могилы юных соратников своих. Я командовал полком 5 лет. Многие говорили, что ты засиделся. Предлагали всякого рода должности, намекали, иногда даже иронизировали и так дальше. Я решительно от всего этого отказывался. Я полк учил и учился у полка. Я проводил занятия сам, очень сложные, непрерывно продолжающиеся днем и ночью, с выходами в поле, с отрывом от базы. Учил полк напряженно, настойчиво, упорно. И сам одновременно учился. О жизни собственной словам. Воспоминания свои Иван Степанович Конев записал за год до смерти. Когда я командовал полком, в это время был командующий войсками округа Нероним Петрович Убаревич. Это очень способный, высокообразованный, эрудированный командующий. Большой школой опыта и боевого, и теоретического. А главное, собранность, подтянутость, большая дисциплина, лаконичность в выражениях, конкретность постановки задач.
Среди учеников командарма Убаревича 7 будущих маршалов Советского Союза. Он заметил их таланты, не ошибся. Они встретят первый, самый мощный удар врага на той войне, которая грядет. В фашистской Германии все брошено на подготовку войны. Подготовку большой, хорошо вооруженной армии, не уставал повторять Убаревич. Военной опасности нужно смотреть прямо в глаза. Почти никакого киноизображения Иеронима Петровича Убаревича не осталось. Он был врагом народа, а память всякая про них уничтожалась. Случайно в сюжете «Смерть Дзержинского» из того же далекого 26-го года увидели мы короткий план Иеронима Убаревича. Вместе со Сталиным стоял в почетном карауле у гроба Железного Феликса. Всю жизнь Иван Степанович не мог ответить на вопрос, что же все-таки случилось с Убаревичем? Почему такая доля выпала? За что? Умен, талантлив, как руководитель сопредельной армии, опасен. Из геббельсовского досье на Убаревича. Теперь и Убаревич тоже не опасен. Я благодарю вас. Свой хлеб Йозеф Геббельс даром никогда не ел. «Сволочь этот Ежов», — сказал Сталин. «Сколько людей загубили. Мы его тоже расстреляли. Но прежде чем Ежова расстреляют, он натворит немало дел. А год 37-й еще не кончился. И вот какой была последняя речь 37-го года. Народ должен требовать от своих депутатов, чтобы они оставались на высоте своих задач. Чтобы они были такими же ясными и определенными деятелями, как Ленин. Чтобы они были такими же бесстрашными в бою и беспощадными врага народа, каким был Ленин. Чтобы они были свободны от всякой паники, от всякого подобия паники. Когда дело начинает осложняться, и на горизонте вырисовывается кое-какая опасность, какая бы ни была. Чтобы они были также свободны от всякого подобия паники, как Ленин. Чтобы они были такими же мудрыми и неторопливыми при решении сложных вопросов, где нужна всесторонняя ориентация и всесторонний учет всех плюсов и всех минусов, каким был Ленин. Чтобы они были так же правдивы и честны, каким был Ленин. Чтобы они так же любили свой народ, как любил его Ленин. СССР первого созыва Иван Степанович Конев слушал все эти красивые слова в то время, когда уже на свете не было ни Убаревича, ни Якира, ни Тухачевского, ни Корка, ни Примакова. Конев никогда не верил, что они враги народа. Если бы тогда, в 37-м, Коневу сказали, что вскоре он комдив в белорусском городке Речице,
по существу заменит Убаревича во фронте и станет всего лишь через 4 года командовать одним из самых трудных направлений Великой войны, Западным фронтом, он мог бы ответить: мысль, по меньшей мере, несколько своеобразна и фантастична. Как и то, что его товарищ и сосед в городе Слуцке, командир кавдивизии Жуков, станет во главе Красной армии. Но будет так и не иначе. Им придется грудью встретить очень сильного врага, взять на себя ответственность и выстоять, и победить. Они дойдут до Сталинграда за год и один месяц, а мы потом от Сталинграда до Берлина будем двигаться обратно 3 долгих тяжелых года. Не справится со всем этим ни Ворошилов, бывший нарком обороны, ни Тимошенко, бывший нарком обороны, ни Сталин, нарком обороны с начала войны. И получится, что Коневу, назначенному командовать Западным фронтом, придется ответствовать за общую беду, за общие грехи, за общие ошибки. Фронт развалился. Войска в окружении. Сражаются? Ну и что? Не знают обстановки. Способствуют врагу в его движении вперед к Москве. Расстреляли генерала Павлова, и его надо покарать. Там, где росли кусты, теперь шумят деревья. И очень волновался перед нашим объективом, в общем-то, смелый человек, полковник Соломахин, адъютант Конева, прошедший рядом с ним войну всю от начала до конца. «45 лет тому назад вот на этом месте стоял дом деревянный, рубленый, зеленый, в котором 10 числа октября 41 года состоялось заседание комиссии Государственного комитета обороны СССР. На этом заседании присутствовали Молотов, Ворошилов, Василевский, вскоре прибыл Жуков, командующий тогда Западным фронтом Конев, генерал-полковник, Булганин и Соколовский. Да, Александр Иванович забыл еще одну фамилию упомянуть. Это Абакумов, заместитель Берии в НКВД. Понятно же, готовься к худшему. Комиссия имела право принимать любые самые крайние решения, применять любые самые жесткие санкции. Сталин был разгневан. Сталин был взбешен. Снова изменники. Немедленно найти виновных и наказать примерным образом. Искать и находить виновных и в этот раз посланы были Молотов и Ворошилов. Они, ближайшее окружение Сталина, занимались этим всегда. Здесь Ворошилов чувствовал себя увереннее, чем в Ленинграде, где командовал фронтом. Город оказался в блокаде. Сталин болел гриппом, но работал. Поздоровавшись кивком головы, он предложил посмотреть на карту и сказал: вот смотрите, какая сложилась обстановка на западном направлении. Не могу, говорит, добиться ясного доклада, что происходит сейчас. Где противник, где наши войска. И если вы можете, поезжайте немедленно в штаб Западного фронта, разберитесь там с обстановкой и позвоните мне в любое время суток, я буду ждать. В то время, являясь адъютантом
офицером для особо важных поручений командующего Западным фронтом у Конева. Я слышал разговор Сталина по телефону, который с Жуковым говорил на такую тему, что с Коневым делать. И вот состоялось заседание. В чем дело, мы не знали. Разговоры до нас пока никакие не доходили оттуда. Но прошло время, и 10 числа, когда Жуков докладывал обстановку, Сталин сказал ему: мы решили объединить усилия двух фронтов и назначить вас командующим. А Конева, Сталин говорит, разберется от комиссии. Возможно, его и отдадим рефтрибуналу. Разговор Жукова дал понять, что вот расстреляли Павлова. А что изменилось от этого? Лучшего на фронте-то не стало. А Конева, я не рекомендую поступать с ним так. Конев имеет огромный опыт, умный человек. И имеет силу и воли, и способности навести порядок. Я прошу его оставить моим заместителем. Ходят разные слухи о том, что Конев произнес фразу «шлепнут меня». Я не слышал этой фразы. Я слышал, что дела наши очень плохие. Пройдет немало лет, и маршал Конев впервые и однажды за все эти годы приедет в Красновидово. Бесспорно, я, когда прибыл вот сюда, в Красновидово, большим волнением переживаю эти дни тяжелых испытаний этого величайшего сражения, которое развернулось на подступах к Москве. Захват Москвы являлся одной из важнейших целей войны фашистской Германии против Советского Союза. Известно, что пограничные сражения, особенно Смоленское сражение на западном направлении, уже основательно дало понять врагу, сказать, что он имеет с организованной армией и с организованным сопротивлением советских вооруженных сил. Потому что в Смоленском сражении мы немецко-фашистские войска задержали на 2,5 месяца. Немцы, все их главные силы были скованы действиями наших окруженных частей западнее, северо-западнее Вязьмы. Армии, попавшие в окружение, дрались героически. Они сыграли большую роль. И главное заключается в том, что они дрались, а не бежали. Если бы они бежали, то на плечах отходящих армий, имеющих малую подвижность, конную тягу, артиллерии и своих тылов, враг легко бы мог ворваться в Москву. Вот это самое важное, о чем всегда нужно помнить в московском сражении. Товарищ Ворошилов, Красновидово прибывший, спросил у Конева: «Ну что, бегим?» «Нет, не бегим», — ответил Конев. «Отступаем». Он мог сказать: в том, что случилось, виноваты вы, товарищ Ворошилов. Вы от себя отводите вину, что допустили врага до Москвы. Пришла война, так не похожая на песню с припевом: «Нас к победе ведет Ворошилов». Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, как один человек весь советский народ на свободную родину встанет, на земле, в небесах и на море, на советный могучий сурок. Если завтра война, если завтра... По
После войны картину эту показывали во всех военных академиях как способ доказательств от противного. А до войны... Ах, как легко и как приятно побеждать кретинов. Так и выражалось умение выдавать желаемое за действительное. А вскоре в то самое место, где был съемочный павильон вышеуказанного боевика, пришла война. Теперь уже настоящая. Совсем недавно до этого огня Ворошилов расформировал воздушно-десантные войска. И случилось это после того, как иностранные наблюдатели еще в 1936 году смотрели, рты раскрыв, что делается у русских. Введение крупных танковых соединений считал вредительской теорией замены лошади машиной. И кто против... Тот против партии. Осталась с горькой той поры почтовая открытка, не отправленная, не полученная. С приветом к вам перед демобилизацией в июне 41-го года, ваш с поцелуем Петя. Чей-то Петя. Какой Петя? Где тут Петя? Едва ли Конев помешал товарищу Сталину и товарищу Ворошилову превратить 42-й год в год окончательной и исторической победы нашей. Были большими любителями подверстывать, как говорится, наши новые военные успехи к старым добрым революционным датам. Это Ворошилов настаивал на широком наступлении в 42-м году по всему фронту, а вместо радостей, запланированных к маю, достался нам разгром от Керчи через Харьков к Волге и Кавказу. И, видимо, не странно утверждение, не было бы столько поражений, не было бы и РОА Российской освободительной армии, которую сформировал и которой командовал тот самый Власов, бывший генерал из РКК. В конце войны его поймают танкисты 1-го Украинского фронта на дороге, что вела к американцам, поблизости от Праги. Хотел отсидеться в замке древних чешских королей Карлштейне, да не удалось. Поймают и доложат Коневу. К вам привезти? На черт он мне сдался. Скажет маршал. Отправляйся, как положено. Через РОА прошло немало люду. Чем брали их? Ну, ясно, первое, угроза голода и смерти. Второе, тоже далеко немаловажно. Играли на коллективизации и связанных с ней злоупотреблениях, на раскулачивании и репрессиях 37-го года. А ведь на всех бумагах о репрессиях в Красной Армии роспись Ворошилова. Эх, привычка наша древняя, все думать, что повесили икону в красном уголке, так это уж святыня на века. На фронт под Смоленск, спокойно, без лишних слов, Конев делал все, что мог в тех условиях.
Его подчиненные по 19-й армии к жизни относились делово и трезво. Враг очень силен, очень опытен. Но надо воевать. Надо учиться воевать не хуже, а лучше противника. Вот я тогда, ваш покорный слуга, командовал 19-й армией и операцией под Духовщиной. Мне в наступательных боях удалось в первый же день операции подбить 113 немецких танков, разгромить 7-ю танковую дивизию противника, которая пыталась сразу же, как только я перешел в наступление, контратаковать, значит, войска армии прямо под основанием моего прорыва. В мою 19-ю армию прибыли наши уважаемые писатели, товарищ Шолохов, товарищ Фадеев, товарищ Петров, целый ряд других корреспондентов и работников кино. Это была большая моральная поддержка армии. Неудобно мне говорить, но факт есть факт. В печати писали так: «Коневцы наступают». В том фильме про войну, что будет завтра утром, комбриг Громов играл роль самого себя, прославленного обаятельного летчика. А пройдет всего 3 года после того, как он лихим ударом завершил экранную баталию, и у генерал-майора Громова, начальника ВВС Калининского фронта, заместителя Конева по авиации, окажется в распоряжении всего лишь 88 самолетов. Это на важнейшем участке, прикрывающем Москву. Шестое и седьмое ноября в 41-м году были днями праздничными. В кинотеатре «Авангард» на Якиманке в буфете пиво продавали без талонов. В Центральном демонстрировался депутат Балтики, в главной роли Николай Черкасов, бывший Паганель. По Тверской шли танки на зеленый свет. Пройдет 4 года, всего 4 года, и наступит 7 ноября в 45-м году. И главнокомандующий центральной группой войск и верховный комиссар по Австрии, дважды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Конев, в городе Вене, в доме офицеров Советской Армии, расположенном в бывшем императорском дворце Франца Иосифа, даст прием в честь 28-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. И каждый приглашенный будет очарованно смотреть. Тот самый Конев, ветской крестьянин, лорд Британии. Он весь легенда, как Жуков, Рокоссовский, Василевский. Хор Свешникова из Москвы приедет на гастроли и привезет богатую программу, от рафинированности которой даже венцы ахнут. Но это будет много после. А пока на нашем праздничном дворе 7 ноября 41-го года. Так что же будем делать, генерал Михаил Михайлович Громов? Переговоры Сталин-Конев. Иван Степанович потом об этом вспоминал. Бывало так, что Сталин выслушивал наши доклады с обостренным недовольством и раздражением. Особенно если они расходились с его предвзятым мнением, не соответствовали его предварительным представлениям. В первые годы войны наши доклады вызывали с его стороны страшное недовольство. Случалось, да, что он не в состоянии был сдерживаться, выходил из себя, переходил на резкости, прерывал разговор. Наше несогласие с ним грозило отставкой, а может быть и чем-то худшим. Иван Степанович впоследствии неоднократно говорил, что самый тяжкий вид учебы – учеба на войне, где все экзамены, как 1000 университетов.
Эта учеба шла через неудачи, трагедии, ошибки. Но это было великое восхождение. И полководцы понимали, если не я, то кто? Надо брать на себя ответственность. Калининская операция, освобождение первого областного центра России от фашистов, сделана была неплохо. И Конев всегда вспоминал о ней с хорошим чувством. Докладывает Сталину. Калинин взят. Обычно так докладывал. Спокойно и достойно. Из записок Конева. Находясь в положении людей, отвечавших за судьбы своих фронтов, мы считали себя не вправе что-либо скрывать или прикрашивать положение. Говорили прямо и открыто, выкладывая то, что было в действительности, не считаясь с тем, нравится это ему или не нравится. Калининский фронт находился в очень сложной обстановке, должен сказать. Он не имел общего численного превосходства ни в силах, ни в средствах. И вот в составе фронта всего было 16 бомбардировщиков, 52 истребителя и 20 штурмовиков. А танков? А танков было, я уже говорил, два батальона, которые шли из Москвы. И должны были прибыть к третьему, но, к сожалению, прибыли только к пятому. Из-за этого, кстати, я и перенес начало наступления. Начало наступления было мной намечено на четвертое, но из-за опоздания прибытия танков перенес на 5 декабря. Всего танков было в этих батальонах 50 единиц. А сколько вот на Прагу наступало время освобождения Праги? Вы тут знаете сравнение. Совершенно, так сказать. Вот интересно, вы помните сейчас? Точно, абсолютно помню. На Прагу наступало только войск 1-го Украинского фронта 1700 танков. Это, собственно, и спасло Прагу, не дало немцам возможности совершить те злодеяния и осуществить свои коварные планы, значит, удержаться в Праге или проскочить в зону американцев. Германия, Рур, 43-й год. На подвижном железнодорожном парке Рейха меняются рессоры, ставятся усиленные. В Россию вскоре двинутся пока еще секретные тяжелые машины. Танки «Тигр», «Пантера», самоходки «Фердинанд». К лету, когда совершенно отчетливо, по данным нашей разведки, стало определяться, что неприятель готовит новый удар на Курском направлении, Ставка переименовала этот резервный фронт в Степной военный округ, а потом в Степной фронт. Меня назначают командующим этим Степным фронтом. Когда я проезжал к месту новой службы и заехал в Ставку, имел встречу с товарищем Сталином в Москве. Немецко-фашистское командование готовит удар на Курском направлении. Хочет взять реванш за Сталинград. Видимо, предстоит очень крупное сражение, и вы, товарищ Конев, назначаетесь на Степной фронт, которому предстоит в этом сражении сыграть очень большую роль. Обращаю ваше внимание, для вас направлением будет важен как Орловское, так и Белгородское. Наши центральные органы постараются обеспечить вас всем необходимым. И тут же находящийся Микоян репликой мне делает замечание. Товарищ Конев, я уже занимаюсь этим фронтом, и вы можете быть спокойны, я сделаю все, чтобы фронт укомплектовать всем необходимым полностью до штатов и табелей военного времени. И я прошу вас, пусть каждый делает одно дело, свое, но в совершенстве. Одну машину два шофера вести не могут, товарищ Сталин. Уберите Мехлиса. Мешает очень сильно. Это не Верховный. Мехлис. Когда ему Иван Степанович сказал, чтоб тот не вмешивался бы ни в свои дела,
то член военного совета Степного фронта отвечал командующему фронтом так: «Не машите кулаком на партию, товарищ Конев!» Вот к чему приводили неразумные распоряжения. И все боялись слово Мехлису сказать. А может он, помощник Сталина в недавнем прошлом, и сейчас действует от имени и по поручению, как говорится. Редчайший случай. Мехлиса от Конева убрали. Если Коневу надо было, он всегда мог настоять на том, что было надо. О коневском характере вспоминает генерал Фомин. Солдаты звали Фомина армейской Третьяковской галереей. Всякую свободную минуту Николай Сергеевич посвящал мольберту. Но ни одного этюда о войне не сделал в жизни генерал-художник. Когда мы снимали этот рассказ одного из лучших артиллеристов Красной Армии, генерал-полковник ушел 93-й год. Последним в жизни оказалось это интервью. Я должен сказать, что это был очень упрямый человек, считающий, что его слова святые, его точки зрения правильные, и его переломать было чрезвычайно трудно. Причем весь этот спор проходил, я бы не сказал, что в очень деликатной форме. Но в процессе вот рассмотрения операции у него была хорошая привычка детально разбираться в вопросах, по много раз возвращаться к вроде как бы уже решенным вопросам. Он умело извлекал из предложений подчиненных все, что то предлагали достаточно разумного и обоснованного. Ну, шутка ли, Белгородско-Харьковскую операцию 4 раза мы переделывали. Это говорит о многом. Подавляющее большинство моих предложений ему встречала вначале отпор, потому что у него были на все свои собственные взгляды. Он считал, что он знает больше всех и лучше всех, понимаете? Но вот при всем при этом Конев никогда не забывал отметить боевое мастерство всех тех, кто добывал победу. Это сражение историки назвали «Курская дуга». Его вели Центральный фронт, командующий Рокоссовской, Воронежский, командовал Ватутин, и Степной. Сломили у врага огромнейшую силу. Одним из первых в списке награжденных после завершения битвы был Николай Сергеевич. Вот Конев награждает боевого друга. Вечером 5 августа в 43-м году в Москве впервые на войне прогремел салют в честь той победы. Салют номер 1. Потом был Харьков. Нелегко достался. Один степной фронт его бы не взял, соседи помогли. Фронт Воронежский, Ватутин, и Малиновский, фронт Юго-Западный. И вот когда я Сталину доложил о том, что взят Харьков, он: «О, хорошо, благодарю, стрелять будем по первому разряду». Тогда еще не были на разряды установлены эти салюты. Первый салют был всего из 120 орудий. За счет Харьков 224 орудия. А потом в последующем еще больше салюты были. Уже первые разряды — это 300 с лишним орудий. Звучит «Беседка», вещь популярнейшая до войны. Поет заслуженный артист Козловский. Когда-то до войны, теперь уже давно, Ивана Конева, выпускника военной академии имени Фрунзе, наградили красным патефоном Владимирского завода и набором грамм пластинок из Апрелевки.
Риорита, сирень, брызги шампанского, беседка. Беседка очень нравилась ему. Но об этом не знал владелец патефона, который встречал своей музыкой победителей, входивших в Харьков. Просто у него в целости осталась одна пластинка – беседка. И сам исполнитель беседки Иван Семенович Козловский в составе фронтовой бригады Комитета по делам искусств приехал сюда. Они впервые встретились в осеннем Харькове. В тот вечер Козловский много пел, все, что просил генерал. Вот этого можно. Это как раз Иван Степановичу вот это вот очень нравилось, вот эти вальсы. В торжественном митинге жителей города, оставшихся после оккупации в живых, первый секретарь ЦК Компартии Украины, член военного совета фронта генерал Хрущев, первое слово предоставил Коневу Ивану Степановичу. Товарищи харьковчане, товарищи украинцы! Передаю боевой привет от бойцов, офицеров, генералов, войск Степного фронта, участников освобождения города Харькова и поздравляю вас с освобождением города Харькова! Иван Степанович, прошу отдать приказ. Уйти обратно на ту сторону. Держаться невозможно. Держись, Михаил Степанович. Тяжко, гибнут люди, знаю. Очень тяжко, как в Сталинграде. Держись, Степанович. Из телефонных переговоров сентября 43-го года. КП Конева, КП Шумилова, Гвардейская 7-я, берег левый, берег правый, Днепр, река. Две тысячи 438 воинов, форсировавших Днепр, были удостоены звания Героев Советского Союза. Третьих из фронта Конева. Многие посмертно. В феврале 44-го стал Конев маршалом Советского Союза. Проявил свой недюжинный полководческий талант при окружении и разгроме врага под Корсунь-Шевченковским. Ни дня, ни ночи, ни минуты без боев, без выходных и отдыха. А праздники? Да что-то вроде было. Весна 44-го года. И вот еще один приказ услышала уставшая страна. Весть с фронта Конева. Внимание!
Говорит Москва. Приказ Верховного Главнокомандующего маршалу Советского Союза Коневу. Войска 2-го Украинского фронта, продолжая стремительное наступление, несколько дней назад форсировали реку Днестр на участке протяжением 175 километров и, развивая наступление, вышли на нашу государственную границу реку Прут на фронте протяжением 85 километров. Знаменование одержанной победы. Соединение части, наиболее отличившейся, представить к присвоению наименования Днестровских и к награждению орденами. Сегодня, 26 марта в 21 час, столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, форсировавшим реку Днестр и вышедшим на нашу государственную границу 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Той весной за эту съемку оператору от студии влетело. Сказали, что же ты, принизил роль прославленного полководца. Не видел, что ли, что шинелка без погоны, маршал весь расхристанный какой-то. Но маршал в это время был очень занят. Некогда ему было за собой следить, оправдывался оператор. Что значит занят? Все были заняты в то время. Вспоминает генерал Драгунский. Я вам скажу, что сейчас могу сказать, что я немцев боялся. Но появление Конева для меня было знаком, что надо идти вперед. Я его понял. Понял, что это огромный военачальник, полководец, из, пожалуй, из первой обоймы выдающихся полководцев. Некоторые товарищи, не зная Конева, говорят, что это очень строгий, значит, что к нему даже трудно подойти, но я не знаю. В моем понятии этот человек очень честный в душе, очень требовательный, не любил лжи, фальши. И ему надо было докладывать только правду, какая бы правда ни была. Если случилась неприятность, называй своими именами. Это человек риска, но на обдуманный риск шел. На обдуманный риск. Человек огромной смелости. Его львовская операция. Узкий коридор, 8-10 километров, 2000 танков. Кто бы решил вот в эту лощину пустить две армии и выйти на простор? Он предупреждал, вы не залезайте в центр города, вас перебьют как куропаток. Танки слепые, не воюйте в городе, надо бить на поле. Надо бить на реках, используйте свой маневр. Он очень Львов любил. Стеснялся, правда, что одной из улиц, Коневской назвали, Маршальской. Ну, если нужно, ладно, говорил. Но, в общем-то, не в этом счастье. Дорогие братья и сестры славного города Львов, от имени войск 1-го Украинского фронта поздравляю вас с освобождением из-под немецкого ига нашего славного города Львов.
знал значение Львова. Он принимал все меры к тому, чтобы задержать победоносное и развертывающееся наступление войск Первого Украинского фронта. Враг бросил для контрудара отборные немецкие танковые дивизии. Эти танковые дивизии, как и другие, которые противодействовали с самого начала июльского прорыва, были разгромлены, уничтожены и отброшены на запад. Славная Красная Армия не только остановила напор немецко-фашистских войск, но сама перешла в решительное наступление, и вот уже на протяжении последних 2 лет непрерывно держит инициативу в своих руках, гонит немецкие полчища с поражением, с разгромом все дальше в свое логово Германию. Ура, товарищи! Конева спросили как-то, не помнит ли, какой в 44-м летом в центре Львова был географический дорожный указатель. Расстояние от Львова до Берлина 896 километров. «Ну как не помнить», — отвечал Иван Степанович. «Прекрасно помню, как художественно изложил солдат программу наших действий на ближайший год. Жаль, не знаю, как его зовут и где его найти, а то бы наградил гениального хулигана, ведь это было как приказ». Они перешагнут десятки рек, освободят десятки городов, дойдут туда, куда звала победа. В 44-м осенью у Сандомира, многострадальная польская земля, завязалось долгое тяжелое сражение. Зимой в 45-м в январе с этого плацдарма начнется наступление Первого Украинского фронта, его прорыв на Одер, до границ Германии. Но перед тем поговорим о Дукле. На фотографии в газете нечетко изображены бойцы, еще почти что дети, герои мировой войны. Они снимались перед боем в обнимку пятеро урва. И было небо голубое, была зеленая трава. Никто не знает их фамилии, о них ни песен нет, ни книг. Эта песня польской певицы Анны Герман как нельзя ближе подходит к ситуации, к которой повесть наша приближается. В Словакии, там, за Карпатами, за перевалом, Дукла. Дуклинский, по-чешски, Дукельский, по-польски. Там вспыхнуло восстание против фашизма. Оно носило народный, национально-освободительный характер. Им руководила коммунистическая партия Чехословакии. Нужно было прийти ему на помощь. Дуклинская операция была тяжелой, страшной, в общем, неудачной. Все, что нужно было сделать и что можно было сделать, Конев сделал. Но ведь историю не повернешь, себе не подчинишь. Есть на перевале Дукла памятник. Он в честь героев, павших тут.
Дрались тут 80 суток. Враг выставил заслон сильнейший. Эсэсовские части, отборные бригады, танки. Здесь потеряли около 100 тысяч человек. Советских и чехословацких воинов. К восставшим, к Банской Быстрице, пробиться не удалось. Здесь, в этих кровавых боях, Конев близко узнал генерала Людвига Свободу. Когда был им доволен, называл товарищем. Когда был недоволен, паном звал. Но, надобно сказать, товарищем он был почаще. Их дружба продолжалась многие годы. Службу. Поздравляю. Спасибо, товарищ маршал. Надо говорить, служу Советскому Союзу. Виноват, служу Советскому Союзу, товарищ маршал Советского Союза. Ну, будь здоров, сынок. Вперед, на запад. Легко сегодня говорить, до финиша осталось так немного. А ведь снаряд и мина... Как в начале, так и в конце войны взрывались одинаково. И не летели пули только в сторону врага. Это только в песнях. Мы бессмертны. Человечество бессмертно, да. А мы любой и каждый, ой, как смертны. Сочельник. Через неделю Новый год. Новый 45-й. Последняя военная зима. Новогодние сосны Сандомирского плацдарма. Так они уходили из Польши к себе домой, в Германию. Недавно также с Украины уходили в Польшу. Уходили, объявляя каждый город крепостью. Любой рубеж последним. А в это время на другом конце Европы, в Бельгии, в Арденнах, немцы, сосредоточив мощные танковые силы, перешли в наступление и потеснили англо-американские войска. И до этого-то наступление союзников шло в Нормандии нелегко. А тут почти катастрофа. Тогда и полетело Сталину от Черчилля в Москву строго секретное послание. Просим о помощи. И помощь не замедлила явиться. Два фронта, фронт Жукова и фронт Конева, на 10 дней раньше запланированного двинулись вперед. Обстановка диктовала необходимость мириться с тем, что были не пополнены дивизии и танковые корпуса, понесшие тяжелые потери в последних боях. Мели метели, непогода затрудняла действия авиации, и артиллерии было трудно вести прицельный огонь. Но раз спасать союзников необходимо, то вперед. Был мощный и стремитель лезвием. Русское наступление развивалось с невиданной силой и стремительностью, писал о действиях первого белорусского и первого украинского фронтов генерал вермахта Милентин. Было ясно, что их командование полностью овладело техникой наступления огромных механизированных армий. Невозможно описать всего, что произошло между Вислой и Одером в первые месяцы 1945 года. Европа ничего подобного со времен гибели Римской империи не видела. Гитлер приказал своим войскам, если катовицы удержать не удастся,
все уничтожить. Не успели уничтожить. Настолько неожиданно ударили советские войска. Января в 45-м году Конев ходил по Кракову и говорил: «Хорошо стреляли, молодцы, все мимо. Такое бить — страшенный грех». 18 января в 1987 году в Кракове в благодарность за сохранение города открыли памятник маршалу Коневу. Снег валил до полуночи. Рушился мрак над ущельями. А потом стало тихо. И месяц взошел молодой. Этот мир, он и движим, и жив, испокон превращениями. То незримой, то явной, бесчисленной их чередой. Как в кольце лабиринта, глухими бредем коридорами, как в преддверии часа, когда разразится гроза, переходами темными движемся, между которыми обжигающий пламень на миг ослепляет глаза. Все действительно так, и покуда планета вращается, и природа, ликуя, справляет свое торжество, всякий миг завершается что-то, и вновь превращается существо в вещество, и опять вещество в существо. Недоверчиво смотрим, как трагик становится комик. Сокрушенно взираем, как старость вступает в права, как гора рассыпается в прах, и над маленьким холмиком, выбиваясь из сил, молодая восходит трава. Идем по городам, которыми прошел когда-то фронт первый украинский. Здесь ни на одной стене, ни в храмах, ни в жилищах нет никаких следов от пуль и от снарядов. Однажды Конева спросили: «А что, Иван Степанович, случайно или совсем не случайно, столько прекрасных городов, что были на пути, на острие главных ударов первого украинского фронта, остались целыми и невредимыми?» Ответил маршал: «Случайностей на свете нет и никогда не будет. Все было очень просто. Всего лишь попросить людей, чтобы не стреляли в то, что сделано людьми за долгие и трудные века. И люди это понимают». Требую твердо понять, что успех зависит от смелого маневра и стремительности в действиях. Из оперативной директивы командующего войсками первого украинского фронта на взятие Берлина. Мне приходилось встречаться с суждениями о том, что бои в Берлине можно было, дескать, вести с меньшей яростью, меньшим ожесточением и поспешностью, а тем самым и с меньшими потерями. В этих рассуждениях, несомненно, есть внешняя логика. Но они игнорируют самое главное – реальную обстановку, реальное напряжение боев и реальное состояние духа людей. А у людей было страстное, нетерпеливое желание поскорее покончить с войной. Мы, воины советской армии, до конца войны не имели никакой паузы. Мы непрерывно преодолевали немецкое сопротивление, и нам каждая позиция далась ценой большой крови. И тем более взятие такого
крупного города с миллионной группировкой войск, а уж немецкая инженерия чего только не настроила. Тем более местность обороне Берлина весьма благоприятствовала. Там много каналов, много рек, леса, болота. Каждая позиция, каждое сооружение, каждый дом был взят штурмом жертвами советских солдат. На войне нет архитекторов. На войне все сплошь чернорабочие. Война – это труд громадный, незаметный. И работа изнурительная, сволочная, радости потом. Сначала сумасшедшая работа. Так было и у этого неразговорчивого человека с голубыми глазами. Правда, порой голубые становились серыми от бешенства. Если кто-то не выполнял своих обязанностей, своих задач и приказов, которые он должен был во что бы то ни стало выполнить. Об этом человеке фельдмаршал Манштейн, высший военный авторитет Рейха, писал: командование Первого Украинского фронта было наиболее энергичным. Редкое признание в устах человека, который себя считал самым талантливым военным на свете. «Стоять и русских не пускать вперед!» Такой был там приказ. Но и у нас был свой приказ. Вперед на запад! На долю танкистов выпала необычная для них задача – штурмовать укрепленный город. Брать дом за домом, улицу за улицей. Танкисты и рыбалка уже много раз овладевали крупными городами. Причем почти всегда делали это методом маневра, обхода, вынуждая противника к отступлению или бегству. А здесь пришлось брать пять за пятью, да еще в условиях, когда немцы были обильно вооружены таким опасным для танков оружием, как фауст-патроны. Гитлеровцам удалось уничтожить и подбить 800 с лишним наших танков и самоходов. В Берлине Коневу снова пришлось встретиться с генералом Вильгельмом Венком. Его армию Гитлер повернул с западного направления в сражение против нас. Выполняя приказ Гитлера, Венк начал наступление с запада на левый фланг армии Лелюшенко и правый фланг армии Пухова, нанося основной удар как раз в том направлении, куда мы по самой первоначальной директиве фронта выдвинули 5-й механизированный корпус армии Лелюшенко. Хороший корпус, действовал он очень хорошо. Потом он отличился у меня особенно в Пражской операции. Я восхищаюсь вами, маршал Конев. Придет из Лондона в подарок от Монтгомери фотопортрет фельдмаршала Аламейнского. Хотелось Монте взять Берлин. Планировал атаку и стремился к этому, спешил. Но главный город Рейха взяли русские. 25 апреля 1945 года в городке Торгау, расположенном на берегу Эльбы, в центре Германии, встретили советские и американские войска. Это был день, наполненный симпатией и дружбой. В мае встретились и командующие войск, что шли навстречу друг другу маршал Конев и генерал Брэдли. За величайшую преданность и за исключительные заслуги в проведении выдающихся операций, что явились важным фактором в поражении Германии, наградить командующего войсками Первого Украинского фронта маршала Конева командорским крестом Легиона Чести, высшим знаком отличия Соединенных Штатов Америки. Награжденный может стать гражданином США. Всякий, увидевший эту награду, должен приветствовать ее. Все это могло прекрасным оставаться, если бы не выяснилось вскоре, что одновременно шло другое. Секретные от СССР поиски и конфискация материалов германского уранового проекта,
приведшие к более скорому изготовлению и испытанию американской атомной бомбы. О том, что США отныне обладают самым мощным оружием, которое когда-либо знало человечество, Трумэн объявил Сталину во время встречи в Потсдаме. Такое было дополнение к протоколу совещания руководителей трех держав. Когда впоследствии генерал Омар Брэдли узнает о первом атомном взрыве в своем отечестве и поймет, к чему все это делается, он скажет: единственный шанс победить в ядерной войне заключен в гарантии, что она никогда не начнется. Но той весной все это было тайной за семью печатями. Ни Конев, ни Брэдли этого не знали. И встреча военачальников кончилась концертом ансамбля «Песни и пляски» Первого Украинского фронта и обменом подарками. Брэдли маршалу командирский джип и карабин, а Конев Брэдли коня скакуна Дончука. Еще одна отличная история из жизни Конева. Расскажем, как спасали Дрезденскую галерею. История эта могла стать трагедией. Вначале так и развивалась. Все это было здесь, в Саксонии, в каменоломне у Гросскота, в замке Кёнигштайн. Повсюду, где война поразбросала сказочные раритеты Ренессанса, тысячи предметов высочайшего искусства, коллекции из дрезденских музеев. Конев никогда не понимал, зачем понадобилось авиации союзников бомбить в конце войны громадный невоенный город. В катастрофическом положении оказались живописные полотна Рубенса и Рембрандта, Веласкеса и Боттичелли, Вермеера и Рафаэля. Они столько раз перевозились с места на место, что оказались в конце концов вот в этой штольне, в сырости и холоде. И не вмешайся в это дело маршал Конев, что услышал в штабе разговор по телефону, немцы просили оказать помощь в спасении картин, то не видать бы никогда и никому всех этих сказочных чудес. Картины нужно было немедленно спасать. С холстов уже и краска начала отслаиваться. Теперь все беды и тревоги позади. А тогда это было еще одной тяжкой заботой. Вспоминает гросскотовская жительница фрау Фрида Миллер. Она видела, как приезжал сюда очень строгий русский фельдмаршал, как навел он здесь орднунг, распорядился вызвать из Москвы художников-специалистов. Конев для вывозки больных картин предложил свой самолет. «Ну что вы, — сказали женщины-искусствоведы, — разве можно?» «А что, прекрасный самолет, — ответил Конев, — я сам на нем летаю». «Да, но вы же маршал, а она Мадонна».
Отец всегда вспоминал о спасении шедевра Рафаэля как о выигранном сражении, говорит младшая дочь маршала Наташа. И я помню, он всегда говорил так, что вот уже одно то, что человек, большой художник, может донести благородство человека, благородство человеческой личности, уже в этом достоинство художника, уже он сделал большое дело. Вообще он ценил вот портреты такие, в которых это человеческое благородство было совершенно очевидно. И он всматривался в эту Мадонну, всматривался вот в свое любимое полотно, наверное, именно потому, что лишний раз опять думал об вот этой красоте и благородстве человека. Как в этой жизни все причудливо сплетается. Свидание с Мадонной только что. И снова бой. Из Праги голос чехов. Помогите, русские содруги. Праге угрожает разрушение. На рассвете среды 9 мая 45 года Прага вступила в пятый день восстания против ненавистных оккупантов. Восстание было бурным, отчаянно смелым, однако силы оказались неравными. Руда армада на помощь! Город истекал кровью. Чтобы не произошло страшной беды, нужно было просто перепрыгнуть через рудные горы в Чехословакию. Тогда и решено было начать пражскую операцию раньше намеченного срока. Передаем приказ Верховного Главнокомандующего, командующему войсками Первого Украинского фронта, маршалу Советского Союза Коневу, начальнику штаба фронта, генералу армии Петрову. Войска Первого Украинского фронта в результате стремительного ночного маневра танковых соединений пехоты сломили сопротивление противника. И сегодня, 9 мая в 4 часа утра, освободили от немецких захватчиков столицу союзной нам Чехословакии, город Прагу. Вышла навстречу вся Прага с лиловой сиренью, с весенней душой. Здесь жбан запотелый, там добрая фляга, и не с водой, нет, не с водой. Маршал Конев вспоминал потом об этом. День освобождения Праги был для меня очень беспокойным. Пропадали офицеры связи, пропадали командиры бригад, дивизий, корпусов, все пропадали. Вот что значит и до чего доводит народное ликование. Никто пражанам не приказывал единодушно выйти. Наверное, могли им это приказать. Люди дисциплинированные, они привыкли выполнять приказы, даже не такие. Но не было приказов. А вышли все. Все до единого. Конечно, можно объяснить все это настроением минуты. Война окончилась, экстаз, эйфория. Волнением толпы, живейшим интересом каждого к тому, кто спас твое жилище от пожара. Но ведь проходит эйфория, и остывает возбужденная толпа. А дальше? А вот дальше самое удивительное в том, что сколько бы маршал Конев не приезжал в Чехословакию, все было так же и потом. Это съемки 1951 года, 6 лет спустя после окончания Великой Отечественной войны. Вместе с войсками Первого Украинского фронта в Прагу вступили полки и бригады Чехословацкой армии. Вернулись на Грачаны правительство республики и президент страны пан Бенеш. Мы
Мы освободили землю народа, который избрал его задолго до войны. Он был главой страны и в эмиграции. Вернулся в дом родной, действительно при нашей помощи. И был он президентом страны до февраля 48 года, пока сами чехи, широкий народный фронт, не избрали новые формы правления и других руководителей. Мы всегда с уважением относились к усилиям лидеров государства, выражавшимся в том, чтобы Республика Чехословакия не попала бы в руки сторонников той власти, что существовало в соседних странах, где больше и больше распространялся фашизм, который был в конце концов раздавлен нами. Одной своей наградой маршал был всегда необычайно горд. Это то, что именем его назвали кладненские металлурги свой завод. Через несколько лет после войны он приглашен был в город Кладно по этому торжественному случаю. И там его просили, чтобы он зажег шестую печь. Опять других работали, не переставали. Танкисты Первого Украинского фронта освободили Кладно в мае 45-го, и ни один снаряд здесь не был выпущен. И вернемся в 45-й год. Мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена. И никто не вышел на крылечко в доме северной деревни с именем Ладейна, где родился маршал, чтобы обсудить с соседями новости из Европы, откуда все про Конева да Конева толкуют. Мать Евдокия Степановна умерла, когда Ване только что исполнилось 2 года. Отца Степана Ивановича похоронили в Минске 8 лет назад. И никто из родичей не слышал, не осталось родичей, как указ передавали, что на родине у Конева Ивана бюст будет установлен бронзовый. июня 1945 года. Москва, Красная площадь. Маршал Конев во главе сводного полка Первого Украинского фронта. А вот Драгунского, лихого танкиста комбрига, дважды героя Советского Союза, на парад сначала не взяли. Накануне Петров, начальник штаба фронта Генармии, обойдя летчиков, танкистов, кавалеристов, пехотинцев, и вдруг оказалось, что я не подхожу. Там была инструкция. Надо 172 сантиметра и иметь не менее 4 орденов. Орденов у меня было много. Он спрашивает, какой ваш рост? Я говорю, 164 было до войны. Он говорит, вы на парад победы не поедете. И вот на завтра мы уже ночью не спали, там Покришкин, Глинка, мне советовали одевать какие-то высокие сапоги, набойки на 8 сантиметров добавить. Рецептов было целую ночь. В общем, значит, каждый хотел, чтобы, так сказать, помочь мне. Пришел Конев, посмотрел, подошел к танкистам, я ему доложил,
танкисты готовы для парада Победы. Вот. И вдруг Петров ему на ухо говорит: вот, Иван Степанович, вот. Он посмотрел на него, на меня посмотрел. Я впервые увидел его улыбающимся и говорит: когда он шел в Берлин, мы же его не мерили. Какой он? Берию арестовали. Лишили должностей и званий. Для рассмотрения преступных дел назначен был судебный орган. Руководил его работой маршал Конев. Вот как впоследствии сказывал об этом Майе, старшей дочери своей, Иван Степанович. Когда арестовали Берию, отец в это время находился во Львове. Он там командовал Прикарпатским военным округом. К нему позвонили и просили его согласия. Вскоре он приехал в Москву для знакомства с следственным делом, которое к этому времени уже заканчивалось. Поскольку он никогда до этого не занимался юриспруденцией и не знал, как проходят процессы, ему сказали, что ему помогут подготовиться к этому процессу генеральный прокурор Советского Союза Руденко и председатель Президиума Верховного Суда СССР Смирнов. Так досталась Коневу еще одна должность. Слава богу, ненадолго. Но он изучил все материалы с присущей ему основательностью. После этого началось слушание дела Берия. Надо сказать, что после того, как его арестовали, он сразу все время находился в штабе Московского военного округа. Там его содержали под личной ответственностью Москаленко, командующего войсками Московского военного округа, и его двух заместителей, генералов Батицкого и Гетмана. Берия все время содержался там. Его ни на одну минуту оттуда не вывозили. Там происходили допросы, очные ставки. Все следствие было там. Конечно, мне было интересно знать, как вел себя Берия на суде. И вот отец рассказывал, первый день, когда открылся процесс, его ввели в сопровождение охраны, и он начал симулировать сумасшествие. Бросился назад, размахивал руками. Тут совершенно неожиданно к нему подошел генерал Москаленко, обрезал все пуговицы на брюках, они медленно поползли вниз, он их подхватил и успокоился. Сел на отведенное ему место, и весь процесс, все эти дни, когда заслушивали его дело, вызывали свидетелей, он сидел, опустив голову, подтверждал, что он согласен с свидетельскими показаниями. Когда еще зачитывали обвинительное заключение прокурору, он тоже признал себя виновным в всех злодеяниях, которые он совершил. Этот процесс для отца был очень тяжелый, потому что наступало много людей, свидетелей, родственных тех, кого он уничтожил. Из личной мести сам уничтожал, расправлялся. Отец даже как-то, как я не пыталась его, чтобы он подробно мне день за днем рассказал, он сказал, что он не может вообще об этой дряни, мрази вспоминать, настолько все это неприятно и тяжело. Ну и, наконец, был вынесен приговор. Его приговорили к расстрелу. Ну и, как полагается, дали последнее слово обвиняемому. Он сказал: я понимаю, что я совершил очень тяжкие преступления, но я являюсь талантливым организатором, и поэтому могу быть полезен партии и государству. Я прошу меня помиловать. Если бы вы знали, сколько анонимных писем с угрозами получил Иван Степанович после того процесса. До сих пор об этом вспоминает жена его, Антонина Васильевна. Но благодарностей больше было. Александр Твардовский в книге, подаренной маршалу, подчеркнул строки: «И неизменно в эту пору, при всех изгибах бытия, я находил в тебе опору, мой друг и высший судья».
А другой, такой же честный человек, Сергей Смирнов, так говорил Ивану Степановичу: «Без вас я множество героев никогда бы не смог найти». Все было в этой жизни – радости, печали. Была отставка, оказался вроде бы не у дел. И уже не домашние его, а сам Иван Степанович говорил домашним: «Не волнуйтесь, братцы, мы вятские, крепкие ребята, не унываем». Я с вами жил, страдал и слезы лил не раз. И столько чистых душ нашло во мне участие. Теперь иду во тьму, и жаль покинуть вас, как будто на земле мне улыбалось счастье. Вы, знавшие меня, несите весть о том, что отдал родине я молодые годы, что с мачты не сошел при ветре штормовом, что канул с кораблем в бушующие воды. Пускай мои друзья сойдутся у стола и, помянув меня, зальют вином печали. К ним тень моя придет, едва спустится мгла. Но если пустят в рай, тогда вернусь едва ли. А я покину мир и считанных друзей, которые во мне и гордеца любили. Я делу правому служил душою всей и неоплаканным готов лежать в могиле. Прибуду среди вас с той силой роковой, что мне была не впрок, лишь озарила имя. Она останется тревожить ваш покой, пока вы, смертные, не станете святыми. И вместо эпилога: «Ну, братцы, что? Какой снимаем нынче кадр?» – спросил Иван Степанович. Речь не о нашем фильме. До киноповести про жизнь свою он не дожил. Снималось на Мосфильме художественное кинополотно с названием «Красная площадь». И маршал был там консультантом. Картина-то о Красной Армии, о том, как начиналась, как росла и крепла. А маршал Конев отдал ей всю жизнь. Снимаем кадр 143-й. Свердлов грим почти закончил. А Конев знал когда-то настоящего живого Свердлова. Еще с тех пор, как начинал дела свои на этом белом свете. Не все мы рассказали вам о нем. Для полной киностенограммы понадобился бы сеанс длиною в человеческую жизнь. И пусть закончится на том последняя страница наша о человеке добром, суровом, русском, коммунисте, из крестьян, о солдате, чье последнее воинское звание – маршал Советского Союза.